подойти, можно спросить, но ответ будет в чат. В общем. Ну, вопрос такой-то, ответ такой-то. Ну, нам нужно все-таки, да. Ну что ж, доброе утро. Вот такой вот у меня завтрак сегодня. Вот таким вот видом. И как видите, на улице дождь. Да, сегодня дождевая погода, целый день будет. Так и было по прогнозу, но завтра и послезавтра будет сухо, поэтому мы, конечно, в таком темпе, как вчера, тренироваться просто не будем, машину мучить. Но, конечно же, выйдем, прокатимся, тренируемся, поймаем дождевые настройки, и после этого уже зафиксируем их и, ну, там, в принципе, запомним. И завтра уже надо будет все заново, потому что завтра опять будет сухо, и причем после дождя обычно трасса совершенно другой зацеп имеет, все смывает. Она особенно в некоторых местах становится скользкая, на некоторых местах, наоборот, держаковая. Короче, в боевых условиях первый этап начинается. Но самое главное, что начинается. Он только поехал. Смотрите какие, а? Смотрите какие модные. Все, да. На первом этапе в такую погоду. Единственное, что радует, это подвинься. Это гроза. Вот нам привезли наш новый экип. Каждый раз радуюсь. Алиночка, спасибо большое за такую вообще сказочную коллекцию. Короче, да, выезжаем с тренировку. Весело. Дрифт. Начали первые тренировки. Отдай GoPro. Фу. Сюда. Плохой пес. Сюда. Дай сюда. Снимает бложек вам. Снимает бложек, который мы не выложим. Короче, Сань, слышь? Ну, она хорошо катилась, рулилась. Это я вам, извините, мне поговорить надо. Короче, морда никуда не соскальзывала, не съезжала. Вот этого вот дебильного резкого выпрямления не было. Ну, то есть она более плавная. Да, она прям вот... Я не говорю, я сейчас проехал, просто на 100 баллов, я сам охерел. Просто по траектории все хорошо. Главное, темп чуть добавить. Сильно не укатывайся. Ладно. Да, Господь Иисус, что ты делал с газом там вообще? Что ты делал с газом вообще? Thank you.
spaces, what a